Вам надоела ёбаная реклама перед мультфильмами? А нам насрать, ведь теперь вы можете купить охрененно крутые подарки на День Святого Валентина, 23 февраля и 8 марта с персонажами Kidstupid. Просто пройдите по ссылке, указанной в описании к этому видео. Как же здорово покупать квартиру в ипотеку, чтобы потом взять кредит на ее ремонт. Еще жена ни хрена не помогает, беременность тоже мне нашла отмазку, чтоб стены не красить. Ох, как бы я хотел попасть в мир, где все наоборот. Эй, блядь, ты что делаешь? Оттираю стену от краски, все наоборот, как ты и просил. Черт подери, ну почему я даже в параллельной вселенной такое же чмо, как и обычно? Да не переживай, в нашем мире с людьми не такое бывает, да, кокаин? Отъебитесь, не мешайте мне нюхать Диму Билана. Как же ты пахнешь гомосятиной. А самое веселое, что миллионы гаджетов сейчас тыкают пальцами в половину населения страны. Неужели все так плохо? Президент России Барак Обама объявил запрет на парады натуралов. НАТО просится в состав Украины, а рубль превысил отметку в 100 тысяч миллионов миллиардов долларов. Об этих и других событиях более коротко сразу перед рекламой. Погодите, наверное, я просто нанюхался краски, и мне все это кажется. Нужно просто подышать свежим воздухом. Кошмар приснился. Ну раз уж ты проснулся, может быть еще разок? И вовремя как раз начинается. Жалко, что зимой они форточку не открывают. Сидим, как дебилы, без звука смотрим. А хочешь, я буду читать по губам? Привет, дорогая, я очень сильно люблю тебя. Я тебя тоже. Ух ты, а это что, подарок на мой день рождения?